Друзья мои, мы с вами переживаем рождественский пост. Но несмотря на это, у нас с вами нет повода, чтобы не радоваться. Потому что декабрь исполнен замечательными православными праздниками. Об одном из них мы и поговорим сегодня. 17 декабря Святая Православная Церковь наша совершает память святой великомученицы Варвары. Отец Владимир, будьте добры, в чем заключается подвиг жития святой великомученицы Варвары? Ну, мы должны посмотреть на то, в каком времени она жила, вот, и где она родилась. Святая великомученица Варвара родилась в городе Иллиополе, нынешняя Сирия, в правлении нечестивого императора Максимиана в зажиточной языческой семье. Вот. Отец ее Диоскор, рано лишившись своей супруги, очень горячо любил свою дочь. И, стараясь оберегать ее от напрасных взоров простых людей, он выстроил высокую башню, из которой Варвара могла только с разрешения отца выходить. Святая Варвара, наблюдая прекрасный мир Божий из высоты своего жилища, задавалась вопросом, кто же так премудро и красиво все устроил? И служанки, которые были идолопоклонницами, на этот вопрос недоуменный отвечали ей, что боги, которым поклоняется твой отец, это они все так красиво устроили. Она же в своем уме говорила себе, как могут боги, которые сотворены руками человеческими, все так премудро и красиво устроить. И она говорила, что должен быть один такой Бог, который не сотворен руками человеческими, но должен иметь свое бытие. И через познание мира видимого она познавала своего Творца. В скором времени к Диоскору начали обращаться знатные и богатые мужи, прося руки его дочери. И с вопросом о браке он пришел к Варваре, но, будучи чистая сердцем, будучи целомудренной, ей тяжело было даже слушать и думать о замужестве. И она ответила своему отцу, что если еще раз ты обратишься ко мне с таким вопросом, я погублю свою жизнь, и ты лишишься единственной своей дочери. Отец пошел на хитрость. Он решил, что должно пройти еще какое-то время для того, чтобы дочь его переосмыслила этот вопрос. И для этого он разрешил ей вольно выходить из своего жилища, для того, чтобы в общении со своими сверстницами, с замужними женщинами, она задумалась о замужестве. Отец, будучи в длительном путешествии, дал возможность Варваре вольного общения со своими сверстницами, и она познакомилась с девицами, которые были тайными христианками. И именно они рассказали ей о Святой Троице, о Господе Иисусе, который воплотился от Пречистой Девы, который пошел на вольные страдания, на крестную смерть, и также они возвестили ей о воскресении Спасителя. Волей Божией было так устроено, что в город Иллиополь пришел под видом купца священник из Александрии. Святая Варвара пригласила его в свой дом. Священник преподал ей истины веры Христовой и потом крестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святая Варвара, преисполненная еще большей любовью к Богу, пообещала, что всю свою жизнь она посвятит только Ему. Услыхав от дочери христианское вероучение, отец пришел в ярость. Он обнажил свой меч и хотел убить свою дочь. И лишь бегством святая Варвара спаслась от неминуемой гибели. Убегая от отца,
Дорогу ей преградила скала, но по молитвам святой к Богу гора расступилась, и святая скрылась в пещере. Долгое время отец искал свою дочь, и лишь от одного из пастухов он узнал, что святая прячется в пещере. Найдя ее к вечеру, отец жестоко избил свое дитя и обессиленную за волосы притащил домой, запер ее в подземелье и до утра морил голодом. С утра же он взял свою дочь и привел к правителю той провинции Мартиану на суд и сказал ему: «Вот моя дочь, и я отрекаюсь от нее, если она не возвратится к истокам моей веры, если она не принесет жертву богам». Мартиан, увидя неземную красоту святой великой мученицы Варвары, начал лестью уговаривать ее принести жертву богам. Он говорил: «Посмотри на свою красоту, подумай о том богатстве, которое имеет твой отец, что это все достанется тебе. Подумай, что перед тобой открывается в земной жизни». Но она откинула все его прошения и прославила единого Бога. После этого Мартиан повелевает мучителям обнажить святую деву и в таком виде водить ее по городу. Будучи целомудренной, ей было тяжело переносить взоры мужей, которые смотрели на нее. И она возмолилась Богу, и Господь послал ангела своего, который светом своим сокрыл от очей мужей ее наготу. После этого Мартиан повелевает, чтобы тело ее избивали воловьими жилами и растирали власеницей, так что земля вокруг тела святой великомученицы обогрелась кровью. И еле живой святую мученицу бросают в темницу. Ночью, когда ум святой был занят молитвой, ей явился Господь наш Иисус Христос и сказал ей: «Мужайся, о невеста моя, я взираю на твои мучения, претерпи до конца, для того, чтобы после этого в вечной жизни ты блаженствовала». И на утро все присутствующие с удивлением взирали на святую Варвару, потому что на ее теле не осталось и следа после недавних бичеваний. Видя такое чудо, одна из девиц именем Илеония вышла и исповедала свою веру в Христа распятого и пошла на вольные страдания вместе с мученицей Варварой. Долгое время их также водили обнаженными по городу, после чего, привязав к дереву, начали строгать тело их крюками, начали обжигать их свечами и избивать по голове молотом. Тяжело после таких мучений даже здоровому человеку остаться живым. Но, укрепляемые благодатью Духа Святого, мученицы остались живы. И вот, видя несокрушимость их веры, Мартиан повелевает усечь их честные головы мечом. И вот здесь мы можем вспомнить одну пословицу, что от любви к ненависти один шаг. И так случилось в жизни святой великомученицы. Отец, который горячо любил свою дочь, стает ее палачом. Он собственными руками отсекает честную главу святой мученицы. Святую мученицу Иреонию усекнул мечом бывший воин. И Господь в скором времени наказывает и отца святой великой мученицы Варвары, и правителя Мартиана, которых застигла смерть, а именно их убила молния и испепелила их тела. Будучи мучима, святая Варвара молилась Богу: «Господи, если кто-то будет в молитвах
призывать мое имя, сохрани их от неминуемой смерти. И вот каждый из нас в своих молитвах может прибегать к святой великой мученице Варваре, моля ее, чтобы она уберегла нас от наглой смерти. Во многих странах мира святая великая мученица Варвара является покровительницей шахтеров, является покровительницей людей, жизнь и труд которых сопряжен с опасностями. И в наше время каждый из нас также уязвим, потому что случаются и автокатастрофы, и авиакатастрофы. И вот в своих молитвах мы должны прибегать к святой великой мученице, моля ее о спасении, чтобы Господь ее молитвами уберег нас от наглой смерти. Вот такая дивная была жизнь, такие были страдания святой великой мученицы Варвары, и все это она принесла в жертву Богу, Богу истинному. И потому всех женщин, всех девушек, которые носят имя всей великой угодницы Божьей, великой мученицы Варвары, поздравляю с наступающим праздником, с Днем Небесного их Покровителя, и желаю, чтобы Господь молитвами и предстательством святой великой мученицы Варвары ниспослал им крепкое здоровье и телесное и духовное, милость свою, а также всех телезрителей поздравляю с этим великим днем.